Всем привет, ребят. С вами Мартель. Продолжаем играть в War Thunder. Извините, что сегодня стрим, конечно, на две части. Это поздно вообще. Так. Блин, я не глянул, кто там играет с нами. О, ведь канал будет пригласить потом в отряд. Может, покатает. Чтоб не скучно было одному. И на Б, и на С. Что, везде поедем? Всем привет, ребят, всем привет. Сейчас КВ-85 тут подохнет. Ну то, что я в принципе и говорил. Ой! Что-то, блядь, что они сделали стабилизаторами на советах. Что они ухудшили. Убейте его, парни. И что, его убили, не? Там еще КВ-2. Ой, нечаянно в КВ-2 попал. Без наводчика парень остался. Тигра забрали. За него я помощь получил. Ну кто там, сука, толкается, блядь? Кто проехать не может сзади? Наша КВшка. Будет сейчас у него где-то башня отпадет тут.
Что, ехать никто не хочет сюда? Ладно, едьте, давайте. Какие какашки наползут. Вот все, глянь. Первая какашка. Да, я его два раза не пробил, блядь. Ты тигра не пробил, пацан. Я думал, я так его пробить не могу. Горит тигр. КВХ. Наша победа близка. Убейте ИСа, пишут. Ну, убейте ИСа, едьте убивайте, а шо? Держите точки, все, нефиг пока мы слезть на респу. Танков еще до хрена противника. Я, наверное, не нравлюсь пацанам, что я здесь стою.
сейчас вообще сдохну тут. Они убьют, слышишь? Привет, картофанчик, привет. Ну, я не буду выгонять второго, нету смысла. Но все равно. Всем привет, ребят, всем привет. Типа того. Не, ну чё, соло. Кто хочет со мной играть, тот играть будет. Просто у всех пацанов работа, что-то еще. А я пока мисс просто катаю. Он Витёк, а Витьку Кукинем приглашали. Ну, дядя Витя подсоединился. Сейчас подождем, он зайдет в Дискорд. Так что видишь, не все соло стрим. Здравствуйте. Привет, привет. Здорово тебе. Что-то тебя плохо слышу, Витёк. Плохо слышно? Сейчас, секунду. Не, уже все нормально. 5,3, Витёк. 5,3? Да, приятного тебе. Я чаёк себе сделал. Но все равно приятного. Да, спасибо. Так. Ну, советы ж не обязательно. Да не, Витёк. Можем на немцах поехать 5,7. На тигросах, давай? Нет, там мне все равно, я... Так что, 5,7 или 5,3? 5,7, давай тигров возьмем, пока там на тиграх. Так, а сейчас гляну, есть они у меня. Есть у тебя 5,7 тигры. Пантера Д, тигр H1, тигр Е. Да, есть. На тигрюлях. Угу. Давай. Как денек прошел? Ой, шикарная смена была. Да заебца. Начальство мозги не трахало хоть? Не-не, отослали нас, блядь.
там вообще в другую точку, там прошарились и назад поехали домой. Нормально. Еще б таких два денька бы и на выходной, и хорошо. И было бы заебись. Да. Надо собирать деньги на ремонт ноутбука, где пойдет War Thunder. Надо собирать, Картофан, надо собирать. Да, кто... Надо себе все никак, экран не куплю, блядь. Хоть бы ушно надо. Сколько у нас тут? 1200, наверное, будет стоить. То что, сука, цены от доллара выросли? Ты видел на эти сейчас запчасти? Не, да, не интересовался давно уже. Так я вчера интересовался, я же там процессор хочу менять, же системник собирать, понял, блядь. Сука, цены были одни месяц назад, сейчас, блядь, цены повырастали, блядь, сидишь и, блядь, хоть и плачь, нахуй, бери, блядь. Пиздец, блядь. А куда ж тут ехать? Я на эту точку никогда не ездил. Я с этой стороны тоже на эту точку не ехал. Думаю, надо поехать где-то снизу заехать. Обойти точку? Ну да, снизу по дорожке зайти, с леса расстреливать точку А. Давай попробуем. Блядь, Порше. Лет 300 не играл на тиграх на этих. Когда-нибудь надо вспоминать. Я если на этом на 5-7 выезжаю, то я играю на этом, на вафле. А мне вафля что не сильно нравится. А я так, по фану. Убивает, ты убивает. Любитель да. САУ уже, понимаешь? Ты более любитель ПТ САУ, а я ж... Не сильно уж такой. Хотя там выше уже. Як Пантера мне уже больше нравится. Своей подвижностью, понял. Своей скоростью, блять. Вот она уже такая. По пробитию она уже поярче. Я так понимаю, як Тигр еще там покруче будет. Впереди уже получше туда. У него и соперники будут получше, конечно. Мауса хочу, блядь, себе. Тоже такая машина для нагиба, Маус. Неплохой такой. Его если убивают, то убивают щеку. А так он, блядь. Везде он имба, блядь. Как Т-95 в этом, блядь. В Америке, блядь. Там еще Витек Т-25 катается у нас, против нас, вернее. Я с точки двух снял уже, блядь. О, это сзади. 25-го лучше бы снять бы. Крептованный Т-25. Там к тебе, Женя, этот, вон, француз мотается. Сейчас он меня убьет, убил. А он меня не видит. Я его, сука, снять не могу, прикинь. Частенько я попадаю против вот этого вот, что меня убил. А мои XM4? Ну нет, именно вот Должанский Криа. Что-то. Вот частенько я. Блять. Запомнил его уже. А моих-то я вынес, Витёк. Ага, ты его убил, хорошо. Да, блять, РЛ-ка еще меня грызет в бочину, собака. Команда, снимите РЛ-ку здесь, блять. О, блять, загрызет нахуй. Загрызла. Я к ней бочиной стоял.
Арты перед точкой накидал. Взял бобра. А ты уже взлетел, я смотрю, у меня нету поддержать тебя, нечем. У меня союзник не может поддержать тут даже тоже. Их! Забрал бомбой. Сейчас сделаю второй заход. Ой, я не успел второй заход сделать. Время закончилось. Т-25-го так и никто не забрал там. Нет. Стоит. Гаденыш. Забрали. Забрали. Помощь получил за него. Убейте, блядь. О. Уже забрали, правильно. Там тяжко это будет, Витёк. И легкий, средний где-то на точке. Среднего с точки, а то сейчас постараюсь снять, нахуй. 3485 там. Не пойму, она внизу, да? Артой глушит меня. Где-то он там вы. О, убили его. Тяжа осталось снять. Где тут тяж? Убили тяжика. Где-то еще АМХ сойдет. Так, надо на точку залетать, сбивать захват, парни. Надо, у меня пересадка идет. Да я залетаю. О, еще и бомбочка летит. Это по мне, наверное. Нет, это, наверное, на меня. Это по всем. Даже говорил, по мне, блядь, достало, сука. Да вроде писал. Сзади взорвались, а, блядь, не доставали, а эта сука достала, тварь последняя. Ну ладно, парни, сбивают точку. Ага, сбивают. Их уже повыносили все, да, вроде там на точке? Да не, стоят. Нормально, молодцы. Сейчас еще шансы большие затянуть катку. Даже огромный, я скажу. Не считаю только, что у нас танк ездит на респе. ИС-1, едь нахер отсюда. Блять, и подвернул, сука. Надо было, блядь, не выезжать, он горел. Подождать, пока потушился, да?
не долечу, наверное, бобром я. Сейчас меня кто-то лупит, а в таком центре в жопе стал. Сбросился ни хрена. Они жмут точку, да? Да, там два тяжика стояло. Ну я с этой стороны их пытаюсь продавить. Я сзади заехал, продавлю их. ТВ-2, блять, еще. Держим точку. Ой, блядь, я с КВ-2 разменялся. Бля, миссия провалена, та точка наша захвачена. Как она может падать, блядь, дальше? Подыхали быстро. Пиздец. Я напоследок еще с КВ-2 разменялся, блядь. Отдыхали быстро, нихуя себе 10 танков нахуярил, блять. Ну, остальные не нахуярили, видишь. Да, у нас снизу, блять, нали. 1, долго, 0, 0. Долго точка была под ихним. Ну да. Но мы сделали, что смогли. Ну да. Так что... нам вопросов. Да вообще, блядь, Жека, я вот честно не люблю с одной точкой. Вообще меня прям вымораживает. В последнее время, видишь, зачастую, Витёк, блядь, одна точка, блядь. Частенько, да, стали, блядь. Вот именно вот эту неделю, которую я играю, блядь, очень часто одна точка, блядь. Свалка, ёптвы, там все. Такое чувство, блядь, что, ну, скоро они сделают, блядь, этот, сука, как его. Захват просто, блядь, друг друга респы, блядь, и все. Так уже, наверное, лучше бы уже сделали, хотя бы все катались по разным местам, правильно? Потому что до респы надо ехать как-то. Чем на одну точку все едут в центр, блядь, ебашатся, и все. Я, блядь, вчера пиздил на чувака, блядь, на этом, блядь, на Калиопе, блядь, едь, сука, в полигон, блядь. А сегодня с утра сам гонял, блядь, на Калиопе, блядь, в бою. Еще и, блядь... Тоже дали, да? Да, на час. Ну я хоть, блядь, толк знаю с него, блядь, точка та, что с туннелем, где понял, зимняя карта вот та. Я заехал с этой, где мы обычно едем на С, блядь, понял, бо им ближе. Я заехал, блядь, туда, блядь, они-то выехать хуй, а я ракеты туда, нахуй. Начал хуярить, блядь, прикинь. Один, второй, третий, блядь, они охуели, блядь, там, нихуя себе, блядь, заехала хуя, блядь. А хули, оно же выкинут ракет. На дальняк ракет, оно не, ракеты не кидают, говно, короче, блядь. А на близком расстоянии нормально пойдет. Ну я, блядь, хотя бы не просто, блядь, как катались, блядь, они, сука, воздух выкидывали эту всю хуйню, блядь. Ради постов, блядь. Смотрите, у меня шкалиопы, блядь.
Я его взял, блядь, сетапчик до американца. У меня 4.7 есть, один танк. А он как раз 4.3, блядь. Вот я его вцепил, сетапчик. Чтоб немножко он как бы премиумный, быстрее прокачаться чуть-чуть. Сука, у меня 44-ка внизу. О, блять, у меня, сука, прилетело от кого-то. Стой. Что, башня не повертается, чувак? Я знаю, что такое, когда башня не повертается. Дали полю уёбка, дали на самолете. Попытаюсь вылететь. На точку Пантера зашла, на точку А. Бомб нихера не дали. Где-то я у них вафлю, сука, видел. Все, все, убил вафлю. Нет, у них. Может еще одна. Есть? Может еще есть? Еще одно. Есть Тюрер Эмиль и вафля. Сейчас тыкну квадрат. Вот тут, а, блядь, где они тут идут, две ПТ-хи. Там Тюрер Эмиль и вафля. Ага. А я поздно заметил его, блядь. С точки С мне вообще там через окошко в доме, блядь. Чи в крыше, блядь, окошко. Надо, блядь, прикрыть своего союзника. Где-то там ты говорил. Вот тут, а Витёк стоял. Тюрер Эмиль. Вижу и... вафлю, вижу. И вафля. О, вот они оба. Ты крыло мне отпилил кто-то. Криты уничтожен кто-то. Ага, вафля уничтожен. Вафлю ты уничтожил, я помощь за него получил, хорош. Куда мой снаряд улетел? Ой, Мичку убили тоже. Полезно вылетел, нормально. Вроде тут должны так. Смотрю по ситуации на карте. По ситуации на карте, Витёк, мы не можем забрать... этого, сука, за Пантеру. А она, сука, горит, лайк. Сейчас я ее добью, сука, только и точка пойдет на захват. Все, союзники, захватывайте точку. Ну что ты стоишь, пазик, захватывай точку, олень. Сука, блять, ты пазик, ты куда ты поехал? Мега хуйня какая-то написала уже, блядь. Куда хуйню, блядь.
А, на 44-ке 122, который сейчас ездит. Петушится о том, что я его убил. Понял. А он стоял, башню повернул. Так что мне, сука, подожди, когда башню довернешь на меня? Ну, типа того. Не, я себя в жопу еще бил, еще понятно, а так. Петушица теперь, понял, в личку написал мне. Иди нахуй играй в картошку тогда, блядь, будешь там рассказывать. Что у тебя там за свет хуёвый, блядь, еще что-то. Витёк. Да, кстати, там вылетел. Да, я видел. Развертайся, самолет. Ай, блядь. Он мне, сука, крылотку ярил, Витёк. Прикольно. Я пока не зазернулся, блядь. Что если, сука, самолету, блядь, полусука, в последнее время не нравится. Ой, вообще. Он тоже что-то это... Ушел от меня. Ну, на меня не нападает. Он, наверное, дебил, знаешь, что сделал? Он, наверное, пошел зенитки наши хуярить. Хорош ты накидал, отлично. Да, и никого даже не. А они еще не взорвались, а подожди. Попадание только, блядь, и все. Бомбочки слабенькие. И я еще, блядь, мазила, блядь. Ёбаный. Это четверка, Витёк. Забили меня. Забили, кажется, нас там сейчас всех забьют. Рановато, я сказал, что нормально все. Потому что команда, когда точку захватила, поехала, сука, блядь, вперед. Какого хуя? Доигрывай, я к нему схожу. Ну, убей меня, да? Ой, меня дуло просрало. Ничего. Ебать, их тут ползет. Вот это я дал. Происходит. Война тут, Витёк. Война. Угу. Ну, блядь, я не пробил и со второго в башню.
Я вот это думаю, третьего, наверное, не стоит догнать. Тут в бой, блядь. Тут взлив конкретный. Крепенько сели там. А так, блядь, кого-то убить еще, блядь, выгнать. Чтобы быстрее, блядь, уйти в ангар, а не ждать. Да ты шо, блядь. Шо-то, тигр не пробивает пантеру, а, блядь? Не, ну щеку надо бить. Щека, Витёк, пантера обронишь, там нихуя нема, Витёк. Не-не, у него наклонка хорошая, наклонку не пробьёшь. В щеку. Что-то меня не все выносили. Пантерки этим и хороши, что если башню не подставляешь, начинаешь дергаться. Ну лоб только в эту наклонку. Свыше. Я и с ССом разменялся, блядь. Ну я же что сделал, я что смог, блядь. Команда, естественно, блядь. Как всегда, статистика на супер. Что, тогда в ангар, да? Да, в ангар пошел, что делать? Что сделали, мы смогли. Остальное от нас не зависит. Блять, того, что наняли с одной точкой. Да уж. Ну вот опять сейчас все будут ломиться, тут хуй поймешь, кого бить, блять, куда бить. То я предполагаю, надо где-то, Витёк, на точку заехать и стоять там. Если нам дадут, конечно, заехать. Так вот тоже, блять, сейчас. Спуститься, стать, контролить верха и воду, и все. Понял, ближе стать с квадрата Е туда стать. За камни, помнишь, там вот? И не давать им этим заразам заезжать туда, все. КВ 220 против нас. Вы ее понерфили, она что-то такая себе стала. Да. Так что-то я в последнее время ее, блядь, бомблю. Ей дело в том, что БР подняли, она же была 5,7, сейчас она 6,3. А-а-а. Что она частенько у нас так не попадается. Она 6,3, когда она попадает, блядь, там 44-ки, блядь, нахуй, блядь, эти Тигр 2П, ее же выносят на ура просто, блядь. То есть, людям дали, блядь, порадоваться жизнью немножко, понял? Ну да. Хорош, блядь, они, блядь, побомбили, хватит. Так само будет с ИСом 7, блядь. Побомблять, нахуй, кинут его, сука, ИСа 7, блядь, 9-0. И будут там ИС 7, блядь, просто отсасывать, сука. У всех. Это сейчас, блядь, у него все отсасывают. Пройдет время, нахуй, блядь. Всех это заебет, нахуй, и все. Нет. А ну, ты быстрее на точку прибежали, блядь, чем наши. Ну ничего, сейчас заехать, тихонько отстреляться. Они в утёк уже повылазили на эту сторону. Говноеды. Слышишь, блядь, тут ник, блядь, такой у чувака противника. Твои страхи, блядь. Вот, сука, хочу убить, блядь. На 34.85 Витёк стоит внизу где-то. Вот хочу увидеть мой страх. Видишь, да, Витёк? Ага. Вот, сука, блядь, ненавижу, когда там, блядь, такие ники, выпендрёжники, понял? И чё, меня убивал сифилис. Сифилис? Ну да, я ж вам писал тогда, говорю, прикинь, меня сифилис убил. Вот то ник. Я еще тогда жене, меня сифилис убил, говорю. Это было, когда я вам дал еще. Я что-то знакомое. Жали. Сука, твой страх. Ой-ой-ой, сколько у вас здесь. Урод, тут дымов накидывают. Ой.
Вон мой страх. Привет, Сань. Витёк, тебе от Жулика привет. А, привет, Сашок. Он под верхом стоит, за камушком страх, не внизу. В натуре мой страх, блядь. По городу уже обошли, блядь, к нам нахуй тоже. Хороший ток, флаг минусанул. Что у вас тут за стадо баранов собралось? Заебал меня, нахуй. А, меня бомбами. А меня, блядь, опять этот пидор убил, блядь. У нас команда долбоебов, даже не видят, что надо прикрыть, блядь. Стоят двое возле меня, блядь, этот отстрелялся, они стоят на меня, сука, смотрят. Какого хера вы, сука, на меня смотрите, блядь? Че я, блядь, нахуй стою, блядь, нахуй без... водителя, блядь, без нихуя, без гусениц. Ну чё я, сука, стою, блядь, в натуре, блядь. Он, сука, отстрелялся. Стрелялся тигр. Сука-то, заедьте, ёбните одного и второго. Вылечите, сука, их. Нет, блядь, мы ж постоим, посмотрим на союзника, блядь. Тогда же его убьют, блядь. В натуре, блядь. Ну, они выехали наверх, блядь, с этой стороны. Продавил тут, блядь, нас, блядь, обратно. Короче, нахуй, это слив. Да ёб твою мать, самолетами меня забили, страх, я еду. Ты меня что, закрутить хочешь? На тебе, блядь, я сказал, что приеду по тебя. И твою душу, тварь, блядь, ты. Страх ты, сука, ёбаный, блядь. Иди отсюда со своим трупом теперь, нахуй. О, я чито не пробил. Он стоял как раз в том месте, где я хотел стать тогда, за камнями. В воде, блядь. Попадают сразу в ствол, а? Там метки, да пиздец. Ай, блядь. Да иди в жопу стреляешь, сука. О, КВ-220 у них. Ой, попадание только. Ты понял, твой страх выехал на КВ-220. По воде идут на точку, блядь. Ой, бай, 68 секунд на ремонте, блядь, прикинь.
стрим подлагивает. У меня что-то с интернетом, Сань, происходит походу. Сегодня, кстати, что-то с Ютубом тоже. Ой, мне прилетело. Третий танк был. Не знаю, я сам смотрю себя, я не вижу, чтоб стрим лагал. Ты, Саня, пойдешь катать на 5 ствол сломал. Какие-то метки они, блядь. Что-то сейчас зайдет в игрушку. Это хорошо. Опять какой-то за БТ, блять, флота, блять, или шо они пытаются там сделать, сука, корабличи бесплатные. 10-го сегодня, блять, заебали. О, победа наша уже. Ну, а если точку же удержат, то будет наша. А, захуярили их нахуй. Да, надо было только ворваться на точку. О, хорош, 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 хорош. Твои страхи, 11 челов набил. Да, он хорошо играет. Отлично. Начинаем, да? Сейчас Шурика подождем, можешь пойти покурить, сейчас Шурик за пушкой заставит, пойдет.
Ну, он пришел, Саш. Ага, сейчас Дискорд зайдет только. Что-то он отпал опять. Туда, ну, здорово. Написано офлайн. Саня. Я нажал. Я понял, говорю, привет. Здорово, здорово. Про то, что ты зашел, тишина. И мертвые скосы не стоят. Да. Тун-тун-тун-тун-тун. Вы на Б поедете, да? Да, вам на Б и в объезд. Я тогда тут на А покручусь. Центурион, что у нас закинуло жестко. Мы на 5,7. Так и я 5,7. Да. А Центурион какой? БР. МК-7, по-моему. Я не помню.
Марк 1. Да, это я полетел. О, 220-й, ляка. Бьет до пизды ром. О, там объезжает до хера. Да, вижу. По нулевой. У меня что-то еще с интернетом, походу, что не творится. Ага. Ну, блядь, чувак, ты не на меня смотри. Ты смотри, кто там едет. Блять, вафля ебаная. Понять. Так, чувак, по-моему, сейчас. Где он пропал? А я ему ничего не сделал, да? На тебе. Сорок секунд, да, прикольно, когда ремонтируешься, полбоя ремонтируешься, полбоя пытаешься кого-то убить. У нас там стал 220-й, пиздец, все в рассыпную, никто не оттачит его. Он меня уже один раз убил, один раз покалечил, он, блядь, хуй могу отремонтироваться. Ты бай не меткий, сука. Ой, вафлих-трахлер. Да вафлих-трахлер, бля. Меня, блядь, К-85 с той стороны аж достало, блядь. Есть, нахуй, второй раз меня убил. Даже не знаю, чем бить его, блядь. Сегодня попал на стрим. Ну, там тоже маленький канал, там на 100. Вот у меня сейчас маленький канал. На 100 с чем-то подписчиков, понял? Там на 150, 160, по-моему. И, короче, ну, сидел, смотрел там за картошку. Там люди, понял? О, бля. Типа разоварили. Я ж... Сука! Я ж типа написал... Я ж типа написал, типа... Эти, War Thunder говно, типа, понял? Картошка лучше 100%. Как это самое... Как сопли распустил этот стример, бля. Понял. Давай мне, типа, рассказывай, почему, блядь, картошка лучше, блядь. Типа, забанил меня там в чате, блядь. Его потроллил просто, да? Ну да, да. Я даже и рассказал ему, понял, типа, ну как, я не с ним общался, блядь, ну, там, со зрителем его. Я ж ему пишу, блядь. Это я говорю, блядь, ну, потроллил я и все. Блядь, как давай меня, короче, типа, блядь. Типа, ну, нахуй посылать, короче, со стрим, ну как со стрима, бля, забанил меня там, короче. А как, блядь, канал называется, Сань? А я его. Ну, не типа. Злой сохранил. Дядя, типа. Злой дядя, да. Ну, Жека. Жека. Да, Жека. Да. Я знаю его. Ну вот если знаешь, привет передавай. Так он может нас и смотрит даже сейчас. Ну, Жек, если ты нас смотришь, разбань Шурика, он просто поприкалывался. Да, он, не, он где-то разбанил. Он надолго не банит, он разбанивает. Он нормально, адекватный. Я просто по характеру как-то рассказал, это на Жеку похоже, блядь. Просто сразу понял. Это же он меня забанил, когда я ему рассказывал, БТ-5 сжигает, блядь, короче, блядь, Феню, нахуй, понял? Там тоже, ааа, сука! Хуяк бан, нахуй, ну потом разбанил он меня. Не, он типа говорит, типа, ну, короче, говорит, нахуй, иди, с, типа, с этого канала, блядь, и, типа, картошечный там, короче, ну.
Потом говорит, типа, еще что-нибудь напишет, блядь, типа, бань его своему там модератору или кому-то. Я написал, что он красавчик. Витёк разорванным дулом убил, блядь. Нехуй, скажи, ко мне подъезжать, блядь, да, Витёк? Да не, кто-то помог. А, я думал, ты его убил. Не, помощь в уничтожении только. Ух ты, ля, снаряд вообще не... Короче, да, блядь, злой дядя Жека, это он модуру F14. Да? Да. Да мне все равно, я просто патрулил. Я просто патрулил, а он сопли распустил. Я ему пишу, типа, как ты можешь вообще человека оскорблять, посылать, если ты не знаешь, чем он занимается, в какую игру играет, понял, такое пишу. А он типа, блядь, я тебе уже все сказал, типа, нахуй с моего канала, короче. Он такой же, как и F14 тоже, блядь. Тот тоже разговаривать не умеет. Вообще не разговаривать, я ж ему нормально, типа, ну, без матов, без ничего там, короче, понял. А он сразу так, на тебе, блядь. Вроде бы, ну как, какого там, 87-го года, вроде взросленький, должен понимать шутки. Или хотя бы пробить, там, блядь, чем я занимаюсь, какую игру играю, блядь. Ну, это минимум. Не, ну, блядь, не факт, что зайдешь на тебе на канал, блядь, ты играешь в War Thunder, Сань, потому что большинство каналов переходишь, блядь, вот к Витьку зайдешь, у него же нету, блядь, там, видео по War Thunder. Чем он играет? Хуй знает. Ну, на всякий троллинг тоже вот так вот реагировать, короче. Я бы тебя тоже бы забанил бы. Да мне вообще похер. А то, блядь. Серьезно. Я проорал с этой ситуации. Оскорбляет, оскорбляет игру. Ну, да. Пришли, блядь, картошечники. Любимую. Я не знаю, что будете играть, когда, блядь, эта игра накроется. В картошку побегите? Я по-любому. Я точно не побегу. А я пойду что-то другое. Для меня сведение это, блядь. В армату пойду, блядь, нахуй. Посмотрю, что там, блядь. А, армата то же самое, что и картошка. Что ты хочешь? Я больше просто одну не понимаю, что так нервничать, блядь. Может, нервная система. Да? Слушай, а ты сразу угадал, кто это, блядь. Ну, потому что он меня забанил сразу, то же самое. По характеру. Он проехал один уже. Угу. Там не один на точке, двое. У него какая-то фигня, у злого дяди такая, есть как, блядь, либо недооценка, либо переоценка себя, понимаешь? Я ему тогда про БТ-5 изначально рассказывал, что БТ-5 сжигает Федю сзади, говорит, это налично, блядь, сколько опыта, и лично я видел. Да нахуй ты мне рассказываешь, что про хорин начал, про эпош. А это хорин твой, сука, картон, нахуй. Его, блядь, 5.3 может в лоб нечаянно убить, блядь, нахуй. Типа, он там начал пениться, блядь. Эй, сука, на тебе, блядь, сразу бан, он мне не попытался только объяснять потом. Ты зайди, это типа F14 расскажи, блядь. А толку, и зайду ему это расскажу, и толку, блядь. Что да тут хай... умный, что ты умный, блядь. Ах, да хай, вообще все равно, он, блядь, то есть он... Ну, не знаю, чем человек занимается, и вот я лично, мне все равно, я поймусь этого. Он потом разбанил меня, мне ты знаешь. Так и меня разбанил, блядь. Я просто не понимаю, зачем так... 34-ка, Шурик, вылазит. Да, ага. Там КВ-2 еще. А ее забрали, ее забрали, по-моему. Нет. Или она горит. Нас поджали так нехорошо, не бля. Нихуёво не поджали. Кто-то, сука, еще дымов напускал, блядь. Да, ты, блядь. Сука, там еще КВ-2 в переулке пытаются отстреливать мост, понял? Да, я понял, да. Хорош, нет, ты что, ну, гусеницу достал? А, он выехал. Да, выехал.
Надо, блядь, как-то нам, блядь. Слышь, ну я подожмусь под этот. Да вот ты станешь. Поджимайся сам. Я сейчас тоже попытаюсь. На точке. А, промазал на точке. Зато он не промазал. Убил тебя, да? Ага. Я башню ничего не довернул. Я понял. Забрал его. Я понял, сейчас буду пантерой пытаться прорваться на С. Ну там будет тяжело, наверное. На скорости. Попробовать. Там просто дальше в переулке еще там тяж стоит, смотри, я не знаю. Ну, надо что-то делать. Ну. Потому что сидеть отстреливаться, блядь. Хотя бы забрать, а ты уже. Санек, ты отстрелю тех, которые сейчас будут пытаться перепрыгнуть на точку. А, здесь КВ-2, это здесь дохера, я даже выезжать хочу. Не пробил. Джамба я не пробил. Я встал. Меня поставили, все, на гусеницу. Не добивайте меня, блядь, хули вы, сука, смотрите, блядь. Да, плохо у нас тут все. Тоже не сбалансированная карта, конечно. Мне не очень так нравится в такие несбалансированные карты играть. Угу. А с одной точкой тебе нравится играть? Ну так здесь получается, у них две точки, у нас одна. И как можно играть с этим совсем? У них одна точка, у нас одна. Да, по центру. Просто такая есть хуйня, рукозовство у нас с тобой. И все. Вот так. О, это там их банда, короче, сзади, смотрит сюда. Видите? Там их 4 штуки. Сзади. Сзади. А, не попал, бля. Как так? Сука, он тебя убил, да? Ну, конечно. Это проиграли уже. Я уже в ангаре. Это проиграли. Поджимай, хоть не поджимай ты их. Хули, минуту на ремонте стоял, ебаный стыд, да? Пока вы там поджимались. Какая-то обнова произошла, походу. Жизнь обнова произошла, там что-то с кораблями связано. Но опять ремонты, блядь, стали, блядь, что-то, блядь, 70 секунд в аркаде, блядь. Пацаны, ну надо заезжать, блядь, на точку. Я пока доеду, уже проиграем, блядь, ёбаный. Закиси азота нету просто нихуя, не бегаю. Да, то тут их полно. Я хоть собью. Злой дядя. О, мне кажется, он Ваня, блядь, канала чем-то, блядь, срисованного, блядь. С образа 14 Макса, понял? Ну все, заехал, блядь. Команда, блядь, как команда. А чё? За всех не отвоюешь.
ты что, я и выехать не могу, блядь. Да я уже брать ничего не буду тут же. Что ты хочешь кушать, борщ? На, дурочка, лупанулась-то, как тебе, приятно? Ну вставай. Ай, бля. Так, ладно, сейчас я подойду, малой пойду на сеплю хавать. Не дай бог, ты есть не говно тигра этим, блядь. Ты тоже стримишь, Сань? Да, включил. А чё, просто так? Включил, а чё? Видео пишется. Завтра на работу, бля. Угу. Такая ж херня. Лицо облазит. Из привычки, был в отпуске, знаешь, лицо отдохнуло от сварки. Сварщик, да? Я не сварщик, я слесарь, понял. Ну там, я прихватывал, слесарь был занят другим, а я прихватывал, понял. Mm-hmm. Он потом обваривал. Чуть-чуть я лицо подпалил. Где там Жека? Ну а ты все там же. Блять, приказ выпал. Нахуй мне надо. Приказ пригодится вообще. У меня их сколько уже, блять? Я их просто выкидываю в бою иногда. У меня их миллион. Я вообще, можно было бы их по пол орла бы, если бы даже. Я бы их бесплатно бы скинул, не могу, блядь, их скинуть никуда, блядь, только в бою по скидывать, блядь, что нахуй не надо. Или бесплатно, да, чтоб не маячили здесь, не занимали.
Кому-то подарить их, блядь. Не говорит, это не продумано, да? Угу. Даже те самые там пари, блядь. Обменять на что-нибудь, я не знаю, там. Что-нибудь. А даже на те... Какого? Петухи серебряные, блядь. Если бы приказы были, или бы хотя бы человеческие, сука. Кидаешь приказ, а кто-то его выполняет, и получается... Кому-то что-то, кому-то ничего. Ну и шо? Я вон кинул приказ. Ну и шо? Закончится, кину еще один. Буду их выкидывать. Что делают, кто хотят. Там не такие большие деньги, блядь. Никто не подкараулил. Ой, этого не подкараулили. Тигр П. Там попадание только в него и все. Это тигра надо выцеливать, да. М26 тоже выцелить. Блять, я М26 не попал, сука. Куда уезжаешь? Опа. Рикошет. Ну, надо ближе, короче, подбираться к ним, потому что... Сохранение, она у вас. Ну да, много их тут уже. Я попробую ближе подобраться, бля. Потому что... Слышишь, что-то тут, блядь, накидывают. Ебать, они уже объехали. Скрол. Они уже объехали, сука. Да, их там до хера. Слышь, Тигр 2H приехал, прикинь. Да до хера, и до хера. Да, блядь, нахуй такая хуйня. То, что я приказ активировал, блядь, и все, понесла жара. Ну, кто-то уничтожает, кто-то кому-то сейчас в плюсик пойдет. Сань, я, блядь, тебе еще, блядь, доплатил бы, чтобы эти, сука, приказы бы шли, в натуре тебе говорю. Они, сука, меня так глаза мозолят, в натуре тебе говорю, так пиздец. Thank you.
Да ладно, отъезжай же. Ой, меня сейчас будут убивать. Надо починить. Понял, там средний. Это средний, но мне они. Это кто-то помогает мне, да, сверху? Я помог Жеке. Вроде бы. Да. Вот тут нас начали, блять, выгрызать потихоньку. Привет, привет. Ух ты, я не пробил. Ой, блядь. Тигр, аж ты чё меня не едут убивать, я не понимаю. Меня ждут, чтобы я приехал, чтобы меня убили. Что все быстро закончилось, я никого не убил. Всех поубивали. Санёк разогнал их, видал? Там лучше техники нету вообще в этой игре, кроме Т-34-85, вообще нету. Вот эту прокачай, все, больше ничего не надо. Никакие топы там, 64-ки, 80-ки, вот эти, Абрамсы, во! Самая лучшая техника. Едешь, нагибаешь и кайфуешь. Кайфуем. Мы бандой играем. С тобой кайфуем. Да. Супермен кто-то мне. Кто-то мне написал. Кого? Ну, по-английски прям. Так, сейчас я подойду, пацаны. Спасибо, мэн. Так, я нас сразу на точку Б погнал. Вот, на 6.3 кинуло, да? Ага. Что ты, Витёк, себе бабаху не приобрёл? Не приобрел? Нет, на скидок жду. Да, ну да, должны быть по-любому. Конечно, техника. Техника огонь. А, так, там опять тигра. А, нет, это пантера. Пантера. Жеке там война идет. Ну да. Кормит ребенка. Ай-яй-яй.
Вообще резкий какой. Так, ну сюда я уже не выйду. Ладно. Вышу. Убирай теперь быстро! Тигр П. С тигром П, конечно, будет тяжеловато бороться. Так, я немножко на ремонте. Я, Саня, то понял тебя. Ну как-то у меня тут. На том берегу тела. Смотрите осторожно, пацаны. 44-ка там. Я не понимаю, парни, что тут творят? Что творят канадцы? Ага. Да, на 44-ка. И на том берегу тоже парень. То здесь. Сейчас будет выезжать. Наверное. Пацан закрыл и не выходит с танка. Проезд, понял? Красавчик. Так, 44-я еще там живая. Не знаю, кто у тебя там живой. Так-то живая еще. Не, на том берегу. Хорошечно, Саня, хорошечно. Ай, ебать. Это немыслимо.
56 секунд. Что, ремонт? Да. Ну да, это, я же тебе говорю, что это игра, лучший симулятор ремонта, бля. Не туда я стрельнул, бля. Так как же так? Не пробьешь меня. Не пробьешь. Я же тебе говорил, что не пробьешь. Ты сейчас можешь пробить. Да, хай же пробивает. Бля. Полковник, здорово. Шо? Миллион проскочил, 90 тысяч проскочило, 15 дало. Нормально, бля. Ваш пи. Шо в сталкер, бля, че в этот какой-нибудь Counter-Strike играешь, бля? Плюсы какие идут, ля. 36, 58 тысяч плюсом, бля. Вообще шикарно. Я тебе сказал, тебя научу жизни, блядь. Да, да, полковник. Решил покатать. И полковником станешь. Пиздец, блядь. Дети, блядь, цветочки жизни, нахуй. Я поела, блядь. Пацаны только попросила, блядь, пожрать, говорит, я поела. Взяла, сука, за компьютер, высыпала нахуй борщ, блядь. Целую тарелку, блядь, нахуй. Это пиздец, блядь. Это что она поела для того, чтобы получить быстро конфеты, блядь. Сейчас мама, блядь, придет, нахуй, в 10 часов, блядь. Будут они, сука, меня вдвоем убирать, блядь. Блядь, научу, нахуй, нихуя себе, блядь. Я не понял, там убираешь? Или сидишь, ноешь? Убирай. Полковник, я ж и в реалистичные, в аркадные, мне как бы... Тем более с пацанами оно интереснее. Да, пацаны не убивают, а хоть Сань тебя поубивает. Мы массовка, создаем массовку. Опа, куда снаряд мой пропал, бля? Четко летел же. Вот опять, что за херня? У него там что, скрытое? Шо, куда я попадаю, не понимаю. Этого мы не знаем. Там два танка на ту сторону, два танка поехала. Там 44-ка, еще кто-то. Зачем туда ехать? Вот я не понимаю, вот сюда зачем ехать? Ну правильно, я еду, Сань. Я вообще, я в шоке с пацанов, блядь. Вот все движение здесь, это ж интересней. Пободаться, порубиться. Кому как, Сань?
Ну, я не понимаю. Мне не интересно тут бодаться. Я бы поехал туда больше. Да я не пойму, где ты, сука, нахуй стоишь, дымах? Ты меня заебали, блядь, уже. Что-то башня уже делается по 15 секунд, блядь, делалась, блядь, по 3-4 секунды, блядь. О, с того берега прилетела на Тигра 2П. Там их двое. Там 44-ка еще. Да, вижу, вижу. Вот нахуй они поехали. Что, спокойно себе убивать? Ой, блядь, я только выстрелил. Ебать нахуй, мне уже прилетает. Уже у нас, блядь, тут катаются где-то. Ну их много приехало сюда ко мне. Какое, Сань, тут вот где много катаются. Поверху, сука, твари уже ездят. На, схавал. Ну и дальше думай. Да, да. Спасибо. Захватывает. Сейчас вылетим. В этом один средний заехал краем на точку. Ой, сука, таранчик ебаный. Так уж и хорошо. Главное, чтоб опять не заехали с той стороны, бля. Пантеры, блядь, катаются, нихуя себе. Ну да. А говорят, что в Аркаде крыс нет. Он, блядь, понаезжали на гору, блядь. Стоят себе, накидывают. Ну, этих крыс хотя бы видно. Цель не получила повреждений.
У меня уже заебал там стоящий. У них только один самолет, да, получается? Угу. А у вас два бобра, да? Не-не. Ну, все, самолета нету больше. Моего и его тоже. Так что там, кто там на чем, можете лететь спокойно. Витя, Витя полетел бомбить. Ой, пацаны, их много едет на точку Б. Да. Пиздец. О, не, кого-то взорвал, блядь. Ой, мне смерть. Долго держались, конечно. Где он там стоит? Отряд. Только на вот этих лучших отрядах можно бомбить. Ну да. И золотые пари. А остальное. Не, ну еще есть там убить 3 техники, 5 техник, ничего. Ну я 5 техник делаю, 10 не беру. Еще? 10 я считаю больше просрать. 10 техник, я не знаю, блядь. Раз сделаешь, два раза не сделаешь. Да, да. Это так. 5 штук я брал, делал там 100 тысяч, это потолок награда. На легкие делать. 3 раза подряд выиграл бой и все. А сейчас пока мы серебра немножко подфармим. Фармится неплохо. И серебро что фармится нихуёво, блядь. Ну да. И опыт. И же все равно, блядь, хуйня качается, блядь. Стоит 10,5. Сильно не парюсь. Пока мне с тем помогал Саня выкачивать, тем то-то-то, блядь, сам прокачался, блядь, немцев. Кому? Папе, что ли? Папе качал Америку. А. Мне взял как раз немцев после от них. И выкачал, блядь, немного этих... Ну, что там, Федя есть такое, понял. Тигр 2П, Тигр 2H есть уже. Зенит. Тигр 2H неплохой. Столько войн, пока мы с ней что-нибудь... Пробитие, да, у него пиздатое. Т-30 нахуй улетает от него ж нахуй, блядь. Не, он и танкануть может, блядь. Я потихоньку и Америку качать начал.
Ну, подтягиваю потихоньку всю технику, чтобы уже была третья ранга. Чтобы бриты, чтобы Америка была третьего ранга. Так, мне дадут проскочить или нет? Попробуй, там Тигр 2 аж. Ага, вижу, вижу. Не пробил, поприкошетил. Все, на точке. Баланса нахуй никакого нету, блять. То есть баланса, да, нету. Все хотят играть. Все хотят побеждать, да. Не, ну побеждать. Вчера, блять, Витёк, помнишь, с Медуни, да, блять? На звука их кидает ниже, да, нас, блять. Это был жесткач такой. Её кидает ниже нас, блять, Сань. На... Мы играем 6.3, а Медуни играет на Т-95, который... 7-0, кажется. Да, блядь. И кидает ниша, блядь. Нас на БР, блядь. Вы с ней играли, что ли? Ну да, ну, напротив нас. Два боя, блядь, 4. Нагнула меня и так, блядь. Забыла только отсосать. Тебе понравилось? Забыла только отсосать, блядь. Я не знаю, может, если бы в реальной бы жизни, я бы тебе сказал бы. А так хуй его знает, блядь. Понравилось мне или нет, блядь. В реальной жизни я бы сказал бы тебе. А так, ну, блядь. Не очень. Ах, чертовка, да? Слышишь, ну точка ко мне, точка С там вообще ля пустая. Что делать? Что делать? Тигр аж 2 уходит, блядь. Блядь, а там еще и Сяндер, блядь. Смотри, с Б этот тигр смотрит, Жека. Ага, увидел. А я не тигра увидел, я и со второго увидел, блядь. Пока вместе его выцелил, у него башня та только торчит. Ууу, да тут этот стоит, блядь. Я его... Я не знаю, что... Я увидел его снаряд. Так близко возле себя. Как с ним разговаривать? Да-да. Ты... Попробуй с ним поговорить. Так-то ты часто этого чувака это самое смотришь? Ну, захожу, бывает. По времени свободного своего. О, блин. Выехал, блин, поговорить, блин. Сейчас тиграш, конечно, ему... Хорошенько. Ему комфорт сейчас, блядь. Да, вообще хорошенько. А Хори прототип не комфорт сейчас? Да, нет? Тоже, тоже, да. У меня весь красный, блядь, Хори. Глянь, Тигр 2 аж, блядь, мазал, блядь, мне. Выбил, блядь. Двух нахуй послал поле гулять. Вообще, что сделали? Бомбардировщика вообще не уничтожить. Летишь, блядь, попадание, блядь. С двадцатками что-то сделали. Тихо, блядь. Охуеть, еще и ракету, блядь, бомбы насыпали. Слушай, голенький пац. Не сбил я его, блядь. Там нахуй он мне, сука, блядь, весь красный, этот Тигр 2 аж. И бочина красная у него.
уничтожу все-таки этого человека. Еще обидно, когда артиллерию убивает, да? Понятно, не сильно. Абсолютно. Они нас тут, пацаны, уже поджали. Да, они издеваются над нами просто и все. Тут хоре прототип и ездит, блядь. Спасибо, хоре. Не заставил меня мучиться. Матрица, бля. Ну да, тут уже не знаешь, куда себя девать. Кто там такой? Несокрушимый. Тоже прикольно. Я все. Ведь ты в ангаре ведь? Да, вышел. Покинул бой. Нагнули нас там. Бывает. Иди руки мои спать, все. Привет, Картофан, еще раз. В реалистичные такие не кидают такие карты, понял? Не дано. Почему? Я даже не знаю, куда тут. Привет, Картофан. Ну что там, Витёк, у тебя? Сейчас у меня башня пустая, блядь. Ты спрятался? Сразу. Или тебя оттянуть? Да, не надо, меня пусть быстрее убьют, нахуй. Ага, хуй там, блядь. Ой. О, бля. Меня тут конкретно поджимает. Вообще пиздец.
залезь, что-то я не тудой. Давно не играл здесь. Угу. Это карты ниже нас, БРы должны кидаться в основном. Мы ведь тут вчера веселились, да, на маленьких, и, блядь? Ну да, вчера повеселее было. Да пойдет нам. Как говорится, проигрывать надо тоже, он правильно? Конечно. Кто меня вшатал, блядь? Кто там? А, сука, сзади, блядь. В бочину шарабахают уже, блядь. Сань, перед тобой там он, блядь. А я не пойму, откуда прилетело, блядь. Можешь выехать, что ли? Не пойму, нифига. Да, что-то у него не получается, Саня, там выехать. Не можете выехать, тогда мы едем к вам. А не, может он выехать. Или обманул. Какое слово здесь ближе? Наебал. Да. Таня, там ничего на бомбу где-то кинул. Так и дай. Ешь. Вот он забрал. Пазика забрал перед Витьком или что? Да, я не стал, просто смотрю, бомбы лежат, а ты сказал как раз. Да я кидал куда мог только. Дамбик. Ух ты. Не пробито. Он по мне выстрелил, да? А должен пробивать, бля. Что тут, блядь, печально? Ух ты! Ух ты! Мы вышли из бухты! Да, тут все. Как бы. Что тут меня грызут со всех сторон, блядь? Пойму, где второй делся.
Пили Вилли такой. Чу-чу-чу. Сука, ёбаная КВ-85 вот где-то сзади дала. Блин, ну надо уже оттягиваться тогда. Я последним за ним выгоняю танк. Ну все. Витёк, всех не обещаю, что поснимаю. Точнее, никого. Чпонька. Надо какой-то еще скорострельный танк брать. На СЕ втором, конечно, будет. Хороший, Витёк, отлично. Говорит, летать он не умеет. Прибедняется, да? Это дело не хитро на этом. Ну, ты нихуя себе он нашвырял, блядь. О, обиженный стрелять там. Пацаны, надо точку отжимать. Поеду. У меня последний танк тоже. Джамбик. Где он стоит? Не пойму, зачем он за зданием. За зданием стоит. Да уезжает. Да, ты... А вам бьет. Хороший тёк. Ну, рву на точку. Я тоже. Да все туда порвали. Подтягиваемся. Я тут там АХ, блядь, затяну тоже на точку. Я воздух вышел. У них тяж и средний остался впереди, возле РСП. Ага. Тяж ползет где-то потихоньку к точке. КВ-2-756, что там такой. Это КВ-2, да? Да, да. Немецкий. Это надо прятаться от него. Желательно, да. Он не хуже нашего ничем. Ой. КВ-2 я не знаю где. Так ты ж убил ты его. Ты КВ-1Б от этого убил. А, вот это он. А я что-то 2 показалось. Это КВ-1. А что именно плохо, Хан? Я говорю, неплохо. Ой. Вот серебро вообще летит наверх. Залазим? Ну. Фармится охуенно. Да, сейчас за это дали 32 тысячи.
А ты с превом, Шурик? Нет. Печально. Чего я когда у тебя смотрел на днях стрим, у тебя прем был, Сань? То был, уже закончился. Ну, закончился. А тут куда? На А. Там он сегодня второй раз. О, Витька, Женек уже вернулся где-то с гуляк. Да, я все равно часика до 9, а потом же ж надо в люлю. Да, тоже где-то до 9:30 и пойду за своей на работу встречать. Ты пивасик надо взять, заканчиваться. Я смотрю, Витёк играет. Дай кину ему приглас, думаю. Угадал. Я ты сам, Витёк, угадал. Когда играешь, дай тебе приглашение. Ну, конечно, а чё? Хорошо. Потом Саня подтянулся. Ещё не вся бригада. Стрёмно здесь одному ехать на точку. Нам нельзя, Саня. Уж тогда ехал ты на С. Я подожду пока. Когда она в низинке, там так неудобно, сука. Это неудобно. Слышь, парень, ты, блядь, я, наверное, попутал, блядь, БР, блядь, тут на СУ, блядь, катается. Витёк как раз красиво заехал. Да, Витёк, сейчас дашь пилюлину там? Не знаю. Уже увидели меня. А меня тут тоже уже увидели. Я, Павел, ты смешной, конечно. Ну тут мне много, конечно, пацанов. Приезжала, бля. Да у Витька тоже тут их не меньше. Не выехать не могу, меня там КВ-2 контролирует, конечно. Ага, сейчас, бля. Блять, ну схорм, как же ж так? И артиллерию на него кидал, и нихера, бля. Блять! Ладно, еду, бля. Витёк, убили меня. Тебя еще не убили. Павел, ты добил? Ебать, меня тут грызут, сука. Блять, Саня, там сбоку 34-ка справа. Там я смотрю и сзади. Угу. Бля. Ну, забирай танк свой. И, дядь, мешает он мне. Ай, блядь, пантера. Приехал.
плохо, плохо, все плохо. Да, судя по всему, что мы точку теряем. А пантера там раздает пиздюлин. Витёк отомстил. Да. Чего? Коту. О! Что это за игра, блядь? Три точки уже их. Просто какой-то, блядь, надругательство. У меня тут пантера только осталась. Т-34-85. Ой-ой-ой-ой-ой. Сука. Ух, и, блядь, башня на ней медленно повертается на пантере. Сломал мне, блядь. Десяныш? А-а-а. Что он тебя вот толкнул куда-то? Блядь, я его не пробил, Витёк. Я ему ствол сломал. Точку сейчас будем А терять, я так думаю, бля, потому что их здесь много. Мы Б забрали. Да, я понял. Ого, сколько там у тебя их. Да-да. Хватает. Самолет сбит. Витёк, я на перезарядке. Критованный. Фикер.
Я все. И Б уже забирает. Опа. Ой, красавчик. А я на перезарядке, бля. Бля, так понимаю, надо ехать к Б, да, теперь? Да, я уже. Мне сейчас будут убивать. Тут сушка с одной стороны. С другой стороны. Сука, меня поставили на ремонт. Ну ты парень даешь, я не знаю, бля. Второй раз, короче. У меня перезарядка долгая. Второй раз выезжает, пытается быстро меня убить. Не получается. Красавчик. Ангар. А я сейчас тоже буду в ангаре чего париться. Где ты, сука, блядь? Пропал. Бомбы летят. А бомбы летят, бомбы. У нас один Жека. Вся надежда на тебя. Поебать, какая надежда, если тут танков больше. Ничего не знаем уже. Да. Тут уже нашего вот отстрелили, блядь. Ой-ой-ой. Не пробил. Там меня тут, сука, со всех сторон заходят, парни. Иди так. Нахуй. Там. Я в ангаре. Все. А все выходят. Пиздец. Не, ну мы настреляли себе серебра. Ну не хватило. Бро, это серебро, это серебро. Пять.
Резкий какой парень. Ух ты! Там два ИСа первых. Блять, нет. И второй на С. Где? На С. Не вижу. Его забрали, похоже. Попадание. В гуслю ему. Блять, сзади у нас, Жека. Сзади у нас Жеки нету. Жека, у тебя за уголком там. У меня за уголком, и тут, блять. И тяж, и, блядь. Сань, то у тебя там, Сань. Ага, держим. Пантера ко мне едет тут. С С. Ух ты, ёпта, выскочил какой парень. Испугал меня, блядь. Да, С едет. Пантера. А. О, подожгла меня. Смотри аккуратнее же. Критованный. Без наводчик. Шоу нахуй. Без заряжающего и привода. Инвалид. Снаряд пропал. Готов. Там тигр еще, Саш. Да, там... я понял. Сзади, смотри. У нас нету никого сзади. А я с этим, с орудием разбитым нахер стреляю. Думаю, куда снаряды деваются. У тебя за стеночкой. Я понял. Сука, парни, меня тут атакуют. Вдвоем. Это я зря тут морду свою вытащил, блядь. Ты что хочешь? Ты там один, Вить. Где? Ты один там. А. Сука, парни, меня уже сзади стриспы наши обижают. Это какой-то пиздец, нахуй. Вот там же ж ваш дохера. Да тут жопа. Блять, приедет кто-то, поможет союзникам, блять. Пиздец, нахуй. Да хера, блять, они приехали, блять, по кругу все, сука, блять, они проебали, Саня. И теперь нахуй тут, блять, ебут только так, блять. Сейчас попробуем там что-то рассказать им. Мне уже подрассказали, блядь. И танки не особые, сука, ну начали, блядь, с двух сторон жать, блядь. Там 34-ка, Саня, М4. У меня 34-ка залупа ебаная подпалила. Там их больше. Ой. Уже. Вот тебе ты, блядь, я не пробил 34. Я тоже не попал, точнее всего, что за. Саня, я предлагаю поехать их задавить, сука, нахуй. Ебать, 34 выбивает на ухнар, блядь, тигра, блядь. Нахуй, третий танк, все.
Ехает сюда. Да, ты поедешь дальше. Да. Выехал он в таком страшном, да, Саня? Ваш пи легко. У нас смешил, блять. Вообще реально БР попутал, сука. Поехал еще раз объезжать. Я не успел просто ее убить. Я понял. Лучший отряд. Давайте с вами контрольный бой. Давай, Витёк. Да, я контрольный тоже сделаю. Это пойду собираться потихонечку. Блин, вчера что-то аж спешил, блять. Сейчас, сука, захотел пивасик, а пивасик тут 10 продается, блять. А то, блять, сука, бежал нахуй. Чтобы на последних минутах купить пиво. Ну это карта с респы на респу можно кидать. Да. На этой карте, Саня, да. И одна точка возрождения. На не две разве, блядь? То сейчас может одну показывать, а потом когда на возрождение может две показать. Не одна, блядь. Злупы. Я на С. Им нужно сделать это самое. Ну, три точки, если захвата, то сделайте три точки возрождения. Чё бы и нет. А было раньше, я помню, да? На каких-то картах. Такая фигня. Я не помню. Чтоб три точки возрождения было, не помню такого. Да вроде было, вот не помню, как она называется, где то с одной стороны город, с другой мост, а посредине вот то в воде точка. И это где в воде точка, тоже было возрождение. Я не помню, как она называется, блядь, эта карта. Мы сегодня же играли в нее, Жека. А, я понял. Я понял. Пример. Сука, нахер я выиграл. Хотел быстро дать и сразу чук-чук, не получилось.
Ёпта, блядь, а там их... Всех мастей, блядь. Да ты шо, блядь. Не, ну эта карта, конечно, не очень, блядь. Вашпе. Так, а ну отвалил, блядь, от меня. Орудие, блядь, повредило. Не рамбуй, блядь, все равно пробивает. Я стреляю, хуй пробиваю. Вром, прямо вром. Не рамбуй, да? Да, да, да. Все равно получишь. В борт. Так, какой же стороны здесь? Подойти к ним, блядь, поговорить, блядь. Артиллерия на Б. Ага. Целых три штука. Ой, а вы как раз заехали. Не-не-не, я... Сейчас обработает. Хорошо там. Так, это хорошо. Я точку еще А захватить, бля.
Вот это я заехал, конечно. Так, у меня двое тут. Одного вижу, бля. Выбил его нахер. Реабилитировался, блядь, на последнем танке, блядь. Нормально, понакидывали. Хоть вафлю не слил за весь бой, блядь. Да тебя самолеты, наверное, не налетали, да? Угу. Да. Вообще. Минимально. Они, походу, блядь, летали, не видели вафлю. По зениткам били, блядь. Шо, парни, все? Да, я все. Я тоже, Шурик. Пойду собираться, 9 часов уже. Давайте, спасибо за игру. Все, пацаны, всем тоже спасибо за игру. Всем удачи, пока. Все, всем пока, ребят. На стриме тоже, ребята, с вами прощаюсь. Всем до завтра.